Всем привет, с вами канал «В деревушке на Онега». Я живу вот в этом домике. В домике нет воды. Не проведена еще вода. И, соответственно, есть проблемка. Нужно сходить на озеро за водой. На озеро, до озера порядка 90 метров. Я прочистил туда дорожку вчера. Просил, чтобы трактор проехал. Вот, поэтому пешком я не пойду, далековато. Поедем на машинке. Просто хочу показать вам кусочек деревенской жизни, как это все выглядит. Вот я взял канистру 20-литровую. Сейчас мы с вами пойдем или поедем за водой. Пробег за поездку 0 километров. 19 минут. Расход 0,6 литра. Средний расход. Это была говорящая торпеда. Все сказала, что да как. Поехали потихонечку. Погода, погода великолепная. Правда, ночью был мороз. Минус 31 градус. Поэтому за водой я не ходил где-то неделю. Вода была в доме, бочку принесена. Поэтому, не знаю, наверное, немножко будет проблематично это все. Ну, сейчас посмотрим. К тому же снега навалило. Видите, сколько снега. Еще надо найти свою майну. Думаю, что мы с этим справимся. Так, и что же мне надо взять с собой? Так, берем канистру непосредственно, саночки, топорик обязательно возьмем, потому что, наверное, там все замерзло. Я думаю, даже удочку взять. А вдруг, что-то так на рыбалку хочется, просто сил нету. Так, ледобур нужен. Вот он. Это в руки. Ковшик на всякий случай, опять же. Лопата. Ой. Что-то у меня тут куча какая-то аксессуаров получилась. Ну что, будем пробиваться к воде. Нужно набрать воды, потому что без воды и не туды, и не сюды. Оп. Удочка, не падай. Видите, снежку поднавалило. Не успеваешь расчищать тут все это хозяйство. Ну что, погнали. Погнали потихонечку. Так, о как. Замело все стежки и дорожки. Какие-то следы непонятные. Ну, это, наверное, Тобик тут бегал у меня. Следы большие. Может и не Тобик, может и Тобик. Где-то, судя по занесенной тропинке, моя майна где-то здесь. Будем искать. Будем искать. Ой, так, вот она. Я ее нащупал ногами. Надо еще расчистить это все хозяйство. Так, видите, как все непросто в деревне. Это вам не у батареи попу греть. В городской квартире. О, что-то тут у меня все поломалось, похоже. Еще почистим. Будем воду. Так. Обязательно добудем. Так, ладно. Немножечко почистили. Лопатку в сторону. Упс. Замерзло напрочь все. Замерзло все тут у нас напрочь. Конечно, сегодня утром встал, 6:30. Туалет выскочил. Минус 31 на градуснике. Что тут сделаешь? Все замерзло. Да, наверное, буром только. Пробег за
Опс. Не очень толстый лед, нормально. Так. Сейчас немножечко луночку подрасширим топориком, если получится. Где у нас топорик? Вот у нас замечательный зелененький топорик. Вот так вот, господа, такова жизнь деревни. Через пару дней обещаю, то теперь, думаю, такой проблемы больше не будет. А потом весна, потом лето, потом летний водопровод, и жизнь войдет в замечательную колею. Хотя и зимой неплохо, в самом-то деле. А ушки-то прям прихватывает. Прям прихватывает. Ну вот таким нехитрым способом. Не, я просто, чтоб не хочу расширять сильно лунку. Что-то мне так хочется на рыбалку, что я просто хочу немножко попробовать порыбачить. А вдруг возьмет. Здесь, конечно, не глубоко. Метра, может быть, около двух, полтора где-то, может быть. Но чем, как говорится, черт не шутит, а? Может, и удастся что-нибудь сделать. Видите, прям замерзает вода, прям пулей. О, морозик жмет. Ой, ушки у меня уже замерзли. Ну, ладно, с главной задачей мы справились. Вода у нас в доме теперь есть. Вот, а может еще получится и для котов рыбки половить. Ну что, ребят, попробуем порыбачить. Получится у нас, что из этого не получится. Сейчас посмотрим. Не глубоко совсем. Что-то леска уже подзапуталась. Ой-ой-ой. Что-то как-то подзапуталась. Да что ж такое? Я пошел за водой. Не за рыбой, за водой. Рыбалка в скором времени предстоит. Немножко морозики спадут и пойдем. Это уж так, баловство. Попробовать чего-нибудь, а вдруг? Вот, ребят, как я и ожидал, конечно, моя рыбалочка с подскока, так сказать, не дала никаких результатов. Хотел тут в мане рыбы наловить. Ну, ничего. Главное сделано. Вода набрана. Собираем манаточки. Первое, что надо сделать, это надо закрыть майнушку. Закрыть майнушку, чтобы она не сильно замерзала. Или не замерзала вообще. Так вот, прикрываем. В идеале надо снежочком ее подзапорошить. Вот так вот, чтобы просто набрать водички. Видите, сколько надо тут всяких действий совершить. Целую кучу. Что делать? Такова жизнь деревни. Зато целый... Зато постоянно свежий воздух, постоянно движуха какая-то. Не закиснешь тут. Как в городской квартире. Вот. Так что вот такие вот дела. Это был маленький кусочек деревенской жизни. Водиться у дома. Оп, с другой стороны. Впереди будет экшен. Весенняя рыбалка. Последний лед. Подписывайтесь на канал. Буду благодарен лайкам и комментариям. Всего доброго. До свидания. Прощаемся вот такой вот прекрасной погодой. Вот такими пейзажами.